Вот такие классные инструменты вы увидите в этом видео. И как всегда будет традиционный конкурс, который будет в конце видео. Поехали! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Инструменты, инструменты, инструменты. Встречайте очередную всеми любимую подборочку с необычными и полезными инструментами. Уверен, некоторые товары не только удивят вас, но и пригодятся. Если вы хотите экономить деньги с покупок в множестве интернет-магазинов, то пользуйтесь кэшбэком, это верный и проверенный способ. Лично экономлю и вам советую. Все ссылки на товары с подборки и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании снизу. И как всегда, в конце этого ролика будет конкурс. В течение всего ролика на экране будут появляться буквы, из которых вам нужно будет составить ключевое слово для участия в конкурсе. Приятного просмотра! И начнем мы с очень интересного инструмента. Это штукатурный ковш Хоппер. Специалисты, которые имеют дело со строительными работами, сталкивались с ситуацией, когда нужно за короткое время нанести большое количество бетонных смесей, штукатурок, цементных растворов и прочего. Вручную эта работа очень трудоемкая и далеко не выгодный процесс, а такая лопата-ковш может существенно упростить поставленную задачу. Она мобильная и легко перемещается. Пользуясь таким инструментом, любой неквалифицированный работник может сделать все манипуляции в наилучшем виде за более короткий срок. Такая технология нанесения покрытия на стены, потолки, фасад зданий осуществляется через компрессор с постоянным давлением. Работа с ковшом доступна любому человеку, в квалификации и знаний профессионала нет необходимости. Небольшой сверлильный станок-верстак с хорошими отзывами. Идеален для работы в гараже или своей мастерской. Предназначен для точного сверления отверстий в дереве, металле, керамике и пластмассе. Особенности станка. Очень удобен для сверления отверстий малого диаметра от 1 до 10 мм, например, в ювелирном или радиолюбительском деле. Все основные детали станка выполнены из металла. Трехступенчатая ременная передача, защита от перегрузок, максимум производительности при низкой мощности, электронная регулировка скорости. Характеристики. Диаметр сверла 1-10 мм, потребляемая мощность 580 Вт, две регулируемых скорости ременной передачи от 0 до 5500 и от 0 до 11 тысяч. Максимальное число оборотов холостого хода 11 тысяч оборотов в минуту, вес 5,8 кг. Длина и ширина стола 170 мм, максимальный диаметр сверления 100 мм, глубина сверления 25 мм. Многофункциональный гаечный ключ 23 в одном. Очень необычный помощник любому мужчине. Сделан из литого материала 40 SR и сверху хромированный для защиты от коррозии. Заменит вам ключи от 7 до 19 мм, что позволит вам сэкономить место в инструментальном наборе и выручит вас во множестве ситуаций, будь то ремонт велосипеда, машины или чего-либо другого. Чтобы подогнать ключи под нужный болт или гайку, посередине ключа нужно прокручивать колесико, и упор, который будет выдвигаться, прижмет вашу деталь для прокручивания. Вес ключа 300 грамм. Рекомендую присмотреться к данному девайсу, как по мне, инструмент очень годный. Термонож предназначен для резки синтетических тканей, веревок, строп, схем для вышивания, штор, гардин, флагов, флажков, вымпелов, косынок, палаток, канатов, поясов, ремней, лент, да и вообще чего угодно. В комплект входит заточенный нож с нагревом лезвия до 500 градусов, длина которого 50 мм. Есть регулировка температуры, периодичность работы, 15 секунд включенный, 45 секунд выключенный. Также можно заказать у продавца разные ножи для разных предназначений, переходите и смотрите. Очки сварщика с автозатемнением. При ежедневной работе сварщику приходится вдыхать вредные пары и аэрозоли, копоть, пыль и другие опасные для здоровья вещества. Мастера используют в работе обычные очки газосварщика с минеральными стеклами или сварочные очки «Хамелеон». Данные средства индивидуальной защиты предохраняют глаза от различных видов излучения и ярких вспышек света. Очки имеют возможность откидывать картридж вверх и смотреть в случае необходимости через прозрачное стекло. В корпусе предусмотрены вентиляционные каналы закрытого типа, всего их 6, позволяющие защищать лицо от мелких частиц и пыли, обеспечивая проветривание, что предотвращает запотевание стекла внутри. Данные очки очень удобны, и их применение будет оправдано в различных узких местах, где габариты маски не позволяют пролезть в щель в голове сварщика. Маленький универсальный торцевой ключ 10 в одном. Многофункциональный ключ для использования в инженерных системах зданий.
отопления и сантехники, вентиляционная техника и систем кондиционирования, электротехники, сетях газа и водоснабжений и системах блокировки. Восьмиконечные исполнения, две крестовины, компактно скрепляются между собой с помощью магнитов. Двухсторонний бит, прямой шлиц 1 на 7 мм и крестовой шлиц RH2. Двухсторонний бит прикреплен к ключу проволочным тросиком из высококачественной стали. Облегченная конструкция на основе цинкового литья. Восьмилучевой крестовой ключ состоит из двух крестовин, соединенных друг с другом с помощью магнитов. Цифровой микрометр позволяет делать замеры и получать результаты не только в миллиметрах, но и в дюймах. Это устройство со сбалансированными функциональными возможностями, обустроено функцией внешнего вывода показателей. Удобный большой дисплей позволяет легко считать нужную информацию, которая выводится на экран. Если ваша профессия требует постоянного, качественного и точного выполнения работ, которая напрямую касается измерения толщины предметов, то купить микрометр – это ваш профессиональный долг. Инструмент станет для вас верным и точным другом, незаменимым помощником и качественным рабочим реквизитом. Технические характеристики. Точность при измерении в диапазоне от 0 до 25 мм. Возможность измерения в миллиметрах и дюймах. Большой LCD-дисплей, измерительный стержень из закаленного карбида, питание от одной батарейки LR44. Гибкая многофункциональная струбцина – идеальный инструмент для работы с объектами со сложной формой. Данная струбцина имеет усиленный нейлон и металл, что обеспечивает особую прочность инструменту и продолжительный срок службы. Этот зажим идеально подходит также там, где требуется бережный зажим закруглений. Приспособление универсально, может использоваться для дерева, пластмассы и металлов. Основные преимущества – четкая фиксация углов. Фиксация углов прямоугольных деталей осуществляется четырьмя пластмассовыми позиционирующими уголками. Второе. Равномерный зажим. Обеспечивается равномерное давление как при зажиме прямоугольных деталей, так и при фиксации необычных форм без применения уголков. И третье. Высокая прочность на разрыв. Тканная специальная натяжная лента из полиэстера гарантирует высокую прочность на разрыв. Полезная длина ленты до 3,8 метра. Отличный набор метчиков и плашек в удобном пластиковом чемодане является необходимой комплектацией инструментов для нарезки резьбы. С помощью этих инструментов можно без особых затрат и усилий нарезать внешнюю либо внутреннюю резьбу самых популярных размеров. Инструмент изготовлен из качественной легированной инструментальной стали. В набор входит 17 метчиков, 17 плашек, 2 воротка, быстрозажимной вороток и отвертка. По ссылке в описании вы увидите несколько наборов и поменьше, и сможете выбрать себе тот, который подходит вам. Олово-отсос представляет собой полый цилиндр, по которому ходит поршень и чем-то напоминает автомобильный насос. Поршень посредством штока соединен с наконечником для нажатия пальцем. Поршень плотно прилегает к внутренней части трубки для создания высокой степени разряжения. В середине пластикового корпуса располагается кнопка для приведения в действие спускового механизма. Рассматриваемый вакуумный отсос для излишков олова отличается простотой конструкции и легкостью разборки корпуса для чистки. Для разъединения составных частей предусмотрено резьбовое соединение. Внутри находится возвратная пружина. Один из ключевых элементов конструкции – всасывающая трубка, сужающаяся в конце. Разводной ключ с захватом крокодил с рабочим диапазоном от 0 до 32 мм. Традиционная модель снабжена измерительной шкалой и в конце рукоятки губки с захватом крокодил. Кроме своей основной функции, позволяет быстро завинчивать-отвинчивать, например, клапаны или винтовые соединения для винтов с головками до 16 мм. Благодаря длине в 20 см обеспечивает комфортную работу в ограниченном пространстве, например, под раковиной при установке смесителя. Корпус инструмента фосфатирован для защиты от коррозии. Соответствует европейскому стандарту DIN 3117. Инструмент оправдывает самые высокие ожидания профессионалов. Транзистор-тестер. Устройство позволяет тестировать емкости и эквивалентные последовательные сопротивления конденсаторов, индивидуальности катушек, сопротивление резисторов, тестер транзисторов, диодов, а также выводит информацию о подключенных компонентах. Прибор работает в автоматическом режиме. Тип деталей и выводы, к которым она подключена, определяется автоматически. Также сам определяет соколевку для транзисторов и диодов. Удобный размер позволяет быстро подключать детали, а контактные площадки на плате удобны для тестирования SMD-компонентов. Их можно даже не подпаивать, а просто прижать пинцетом. Преимущество данной модели в том, что вы получаете законченное устройство в удобном корпусе. Исключено попадание пыли, сторонних предметов и загрязнений, что существенно снижает точность показания и могут привести к поломке прибора.
Револьверная отвертка. Отвертка револьверная с битами представляет собой ручной слесарный инструмент, используемый для завинчивания и отвинчивания крепежных деталей. Изделие незаменимо для выполнения монтажных и демонтажных работ у вас дома, на даче, в гараже и так далее. Отвертка снабжена функцией автоматической смены бит и эргономичной двухкомпонентной ручкой, обеспечивающей надежный и удобный захват инструмента во время работы. Биты изготовлены из хромованадиевой стали, практичны и долговечны в использовании. Магнитный фиксатор для сварки. Вторая рука сварщика. При помощи данных уголков можно выставить свариваемые детали под нужным углом и спокойно прихватить конструкцию. Больше не нужно будет просить помощи. Благодаря магнитному фиксатору для сварки весь процесс может выполнять один рабочий, что значительно упрощает процесс изготовления необходимой конструкции. Позволяет производить точное выставление углов в процессе проведения сварочных работ или монтажа стальных конструкций. Пистолет для пескоструйной обработки. Предназначен для очистки различных поверхностей от грязи, ржавчины, остатков лакокрасочных покрытий и прочего. Конструкция пистолета выполнена с верхним расположением резервуара для песка. Очень компактно и эргономично, что позволяет производить обработку даже самых труднодоступных мест. Для работы с пескоструйным инструментом используются различные абразивные смеси, отличающиеся по своим свойствам и выбираемые в зависимости от производимых работ. Применяемый абразив – песок речной, кварцевый песок, электрокорунд. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий, содержащий ключевое слово из данного выпуска. Подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайф, там выходят итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!